привет, друзья мои! Сегодня понедельник, день базара. Я бегу встречаться с Раечкой, подружкой моей, вы знаете, видели ее в моих видео. Теплота, лето в разгаре, настроение отличное. Что могу еще сказать? Все увидите сами дальше. Друзья мои, мы сейчас с Раей сделали оплату, свои дела, и решили это отпраздновать, покупку новых бумаг. Заказали Искендер, и вот Донер, она, по-моему, заказала салатик, такой сервис. Будем кушать. Сели в таком кафе, она пошла руки помыть, будем сейчас обедать. Друзья мои, мы сейчас с Раечкой ходим по магазинам и выбираем себе бриллиантовое кольцо. Вот такое бриллиантовое кольцо я себе покупаю. Рая берет себе вот такое. Вот такое. Вот размеры сейчас выищут ей, подойдет или нет. А это не так ли лучше? Это тоже бриллиант, но другой бриллиант. Разные разы. Изумруд. Вот такие вот мы деловые все. Он без юксей, это Таша. Кому-то я для нее снимаю. Беним гиптаха бизи. Чем вы бизи? Буде хадар фиатлары. Он да сайм. Биде шуа. Да чок пита. Тама. А, башка берез, да? Бу юреме берез. Смотрите, какие здесь. Ой. Bunların fiyatını da söyleyebilir misiniz? Tabii ki söyleyelim. Evet söyleyecek. Bana da çok beğeniyor. Çok güzel de. Değil mi? Bak acaba. Amatis kenarı pırlanta. 27.750 TL'den. İşi o taki. 16.650'ye geliyor. Kaç karat var mı? 16.37 karat amatisti var. Yok, üzerinde. Amatisti o kadar da yarım şey. 1.46 yani. Karatta pırlantısı var. O da brilliant. Bunların hepsi evet. Bu 16.000'e düşüyor değil mi? Aynen öyle. 14 ayardı da bunlar. 14 ayar. Hmm. 18 bu, pardon. Tamam, siz şimdi bana onları da yazın. O da brilliant. Bunda 2.33 karat zümrüt var, 1.08 karat pırlanta var. Bu 29.625 TL'den 17.700'e geliyor. 17.000 TL'den 14.400 bu. Ama bana bu beğendi. Onu mu beğendi? Bu da 25.000'den 17.000'e geliyor. Tamam, ben onda ona fiyatları söyleyeyim. O 17.000'e 14.000 arası. 17.000'e bir getirteyim, sizi çağırayım. Ona da atayım. Tamam, ben getirteyim, size haber vereyim onu. İsim soy isim ne sizin? Raise Erdal. Raise Erdal. Raise Erdal. Раиса хочет такое кольцо, но маленький размер, нету больше. Sadece şeydi, akşam telefon açayım ben, tam olarak biletini aldı, ben size diyorum ki falan gün geliyor. Aynen öyle. Ha, onu getirdim. Sizin telefon ne? 550. Değil. Biraz ne fason? Ben şey yaparım, getirtirim. Tamam. Hadi. Bu ne kadar dedi? 16.000. Orada 16.000. Orada o renklerde, şunlarda da güzel kampanya var. Seversiniz öyle renkler. Покажу еще вам. Красиво. Ладно. Это рейтинг. Ну да, güzel bir şey. Bunlar şeydiler. Yani burada da güzel kampanya var buradaki yani. Yarı şey. Skidka 100%. Yarı değerli. С Раей ходим по форуму, уже выходим. Я купила себе платье,
и купила босоножки. О, компания вар. Тешекюрлер. English Home. Здесь продается все для дома. У меня сейчас нету времени показать вам все. Тут тоже для дома. Таком, как мадам Коко. О, какие часы. Ты часы хочешь? Нет, есть дочку построить для нее дома. Да. В этом году она поступает? Нет, будущий. На следующий. И какие хочешь часы? Марка. То, что Лакоста может быть. Все, мы выходим. Сфотографируешь меня? С пакетами. Пакеты лучше убрать. И украли. Рай будет меня фотографировать в это. Друзья, как вы знаете, домашние дела никто не отменял. Надо готовить ужин. Я не хочу ничего кушать после такого Искендера. Ну вот, Машкему сейчас приготовлю плов и зеленая фасоль. Он это покушает все. Ну вот он пришел с базара. Хочу показать вам, что это и сколько стоит. Так, значит, что он взял? Огурчики, помидорчики, дыню, картошку, лук, виноград, яблоки взял, персики взял, и нектары взял, морковку, перчик и большой огромный арбуз. Сейчас покажу, мы его положили в холодильник уже. Вот такой, вот такой огромный арбуз, и за все это он заплатил 50-60 лир, точно не помню. Ну, а я сейчас буду заниматься ужином. Привет, друзья мои! Мы находимся, познакомились с одной прекрасной женщиной. Чейдем. Какая у нее прическа красивая. Тебя не показывают? Здоровый. Настя поздоровается оттуда, а? Поздоровалась, конечно. Настя говорит такая... Привет, здравствуйте. Сидим в замечательном кафе, депо возле нашего района и обсуждаем наши дела. Всем привет еще раз. Возвращаюсь домой. Киса лежит, отдыхает. Возвращаюсь домой, в теньке так хорошо. Не пошла сегодня на море, не получилось. Вот выбежала быстро-быстренько. Немножко посижу. Подумаю о том, о сём. Может, с вами поговорю, что-нибудь придет на ум, расскажу вам. Вот такое платье я хотела вам сказать. Я вот купила недавно. Хочу вам похвастаться. Вот такое платье я купила в форуме. И вот такие вот босоножечки. Для ремонта со скидкой. Такое оно удобное вообще. Вам понравилось? Дорогие уважаемые друзья, сегодня решила поработать на кухне, несмотря на то, что такая жара, не так уж поработать, а вот решила сделать такую рагу с курицей, все овощи мелко порезала, нарезала и помешала с курочкой. Сейчас поставлю в духовку и варю еще суп с кабачка по-турецки. Вот такой ужин у меня получился сегодня с Рашкемом. Полезный, вкусный суп из кабачков, пилав. Приятного нам аппетита. Мы это все не съедим, не бойтесь, это на несколько дней, на два точно. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.